Всем огромный привет! Сегодня готовлю вкусный пирог к чаю. Готовится он так легко, что проще не придумаешь. Нужно всего лишь смешать все ингредиенты в миске и поставить в духовку. Тесто нежное, воздушное и влажное. Продукты в этом рецепте самые простые и доступные. Пирог с ягодами всегда получается мягкий и всегда припекается идеально. В миску разбиваем 2 яйца, добавляем щепотку соли и 150 грамм сахара. Если у вас ягоды кислые, добавляйте побольше сахара. Сюда же можно добавить 10 грамм ванильного, будет только вкуснее. Вливаем 8 столовых ложек молока и 8 столовых ложек растительного масла. Немного перемешиваем и просеиваем муку. Я всегда использую пшеничную высшего сорта. Высыпаем 7 грамм разрыхлителя и снова перемешиваем венчиком. Тесто для пирога готово. Готовится тесто буквально 5 минут, не больше. Оно должно получиться довольно густое. Берем 300 грамм любых ягод, у меня это размороженная черная смородина. Всыпаем 1 столовую ложку муки или крахмала. Перекладываем в тесто и аккуратно перемешиваем лопаткой. Форму для выпечки смазываем растительным маслом. И выкладываем все тесто. Разравниваем и отправляем в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 30-40 минут. Готовность пирога с ягодами проверяем зубочисткой. Если она выходит сухой и без остатков сырого теста, то все готово. Разрезаем и подаем к чаю. Минимум усилий и воздушный, мягкий и очень вкусный пирог готов. Всем рекомендую этот рецепт быстрого пирога. Кому понравился рецепт, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Всем приятного аппетита и до скорых встреч!